Сахарная свекла для Целининского района – культура стратегическая. С сентября по октябрь, когда все зерновые и зернобобовые убраны, аграрии приступают к уборке свеклы. Этот корнеплод нужно убирать вовремя, чтобы свекла набрала сахар и хорошо хранилась. В хозяйстве Виктора Салюкина за первые дни собрали 1500 тонн сладких овощей. Площадь сахарной свеклы сегодня в нашем хозяйстве составляет 225 гектаров. Вот, в субботу, 4 сентября, традиционно мы где-то в это время, как происходит запуск завода. Сладкий урожай фермеры везут прямиком на Целининский сахарный завод. Но прежде корнеплод собирают сельскохозяйственная техника. Далее эстафету принимают грузовики, которые и транспортируют урожай на свеклопункт. Люди и техника работают посменно, чтобы у жителей нашего региона всегда на столах был сладкий белый сахар. А что самое главное, по адекватной цене. Что касается урожая, да, погода преподнесла свои сюрпризы. Но, как бы, был готов к худшему, но на сегодняшний день где-то урожайность предварительно пока 300, но уберем, то есть, когда завершим, там более точно будет понятно. На данный момент в Ульяновской области сахарная свекла убрана с площади в 513 гектаров. Это 5% от плана. Средняя урожайность составляет 267 центнеров с гектара. Анна Тищенко, Улправда ТВ.